ты должен вернуться к себе, в семью. В свою, конечно. Ты должен взять небольшой перерыв. Самое время задуматься о наследстве. Это Аида, моя лучшая подруга. Она что, спит? Страдает. Но похоже, что число наследников увеличилось. Эмигрантка из Молдавии, то есть большая прохвостка, проедает все наше наследство. Все, тебе ясно? Твои братья думают, что я пришла грабить. Нет. Им наплевать на твоего отца, они его бросили. У него есть право на счастье или нет? В их семье появилась новая, нежданная сестра. Знай, если со мной что-то случится, дом отойдет Ларе. Только узнав всю правду о ней, можно изменить завещание. Ты должна уйти, ясно? Уйти немедленно. Это ты убирайся отсюда, это мой дом. Но правда может оказаться весьма неожиданной. Это постыдный шантаж. Это был выстрел? Помогите! Итальянские страсти большой семьи. Роковая Лара.